Обычно остановка автомобиля сотрудникам ГИБДД не предвещает ничего хорошего. Но в преддверии 8 марта ситуация может измениться. Название очередной акции сотрудников ГИБДД Северского района не совсем обычное. «Цветы для автоледи». Да и цель тоже – не наказать, а поздравить прекрасную половину человечества с наступающим праздником. Причину остановки под рулем ДПС женщины понимали не сразу. И тем приятнее было вместо возможного штрафа получить цветы и поздравления. В честь наступающего праздника хотим вас поздравить с наступлением праздника 8 марта и вручить вам символический подарок в виде цветка. В Северском районе эта акция давно стала традиционной, неизменно даря всем ее участникам хорошее настроение.